Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, современный, полезный летний салат. Для него нам понадобится клубника, помидорки черри, совсем чуть-чуть сахара, сыр строчителло и свежий шпинат. Сначала мы с вами все ингредиенты обязательно моем и обсушиваем. Это можно сделать в сушилке или с помощью бумажных полотенец. Теперь мы наши помидорки черри и нашу клубнику просто нарезаем на половинки. Теперь мы с вами берем сковородку, она нам пригодится буквально там 5-7 минут. Ее разогреваем и насыпаем сахар на сухую сковородку. И сюда же мы выкладываем наши помидорки черри, вот так вот срезом вниз, чтобы они дали сок. Запах такой! Когда помидорки у нас выделили сок, мы их уже начинаем перемешивать и готовим примерно 1-2 минуты. Нам важно, чтобы помидорки у нас карамелизовались и стали такими слегка сладенькими. Ну что, у нас все ингредиенты готовы, и мы собираем наш салатик. Я беру вот такое плоское блюдо с достаточно высокими бортиками. Сначала выкладываем свежий шпинат. Шпинат предварительно можно нарезать, но я решила положить целыми листочками, потому что это тоже очень красиво, вкусно. Дальше на шпинат мы кладем наши помидорки, клубнику, и потом мы все это заправим строчителлой. Строчителла здесь и как ингредиент, и как заправка. Это очень вкусно. Если вы строчителлу никогда не пробовали, я вам очень советую. Это такой творожный сыр, который залит сливками. Просто божественно. И, наверное, сначала положу строчителлу, чтобы потом сверху положить красненькую, красивую клубнику. О, я его просто обожаю. Это что-то, посмотрите. Так. И теперь сверху украшаем клубничкой. Друзья, посмотрите, какой классный у нас получился салат. Он очень вкусный, красивый, яркий, полезный. Здесь и зелень, и помидорки, и клубничка, и вообще невероятная сливочная заправка. Обязательно попробуйте сделать такой, и он, кстати, подойдет даже на какой-нибудь летний праздник. Приятного всем аппетита, пишите ваши отзывы в комментариях, подписывайтесь на наш телеграм-канал, обязательно там выходят все рецепты, и смотрите наши новости каждое воскресенье. Всем пока!